Неужели только доброе мы будем принимать от Господа, а злого не будем принимать? Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. А если б тебя вдруг постигла такая беда, и кто-то принес злую весть к твоему вдруг порогу, ты все потерял, уничтожены в поле стада. О, что бы тогда ты сказал всемогущему Богу? А если б твой дом ураганом сметен был с земли, и ты вмиг один вдруг лишился бы теплого крова, и люди к тебе с этой вестью недоброй пришли, какое б тогда произнес ты для Господа слово? А если б детей потерял ты в один страшный день, и сердце твое разрывалось бы в горькой разлуке, и если б тебе не хотелось смотреть на людей, с какой б молитвой простер бы ты Господу руки? А если бы ты был проказою лютой сражен, на теле твоем не осталось бы места живого, и если бы хлебом твоим стали слезы и стон, какое б тогда произнес ты для Господа слово? Ты скажешь: не может такое обрушиться в раз. О да, но однажды случилось все сразу с Иовом. И к праведной жизни допущен был Господом враг. И стад всех лишился Иов, и детей всех, и крова. Он заживо гнил от проказы вдали от людей, он все потерял, но пред Богом вставал на колени. Он слово одно повторял, повторял каждый день: да будет имя Господне благословенно. Не бойся, на поле твоем не исчезли стада, и дом твой стоит, и все дети сегодня с тобою. Но если допустит Господь и случится беда, достойно справляйся с пришедшей внезапно бедою. Не плачь безутешно, не слушайся чьей-то молвы, без воли Господней ничто в жизнь твою не ворвется, не может упасть даже волос с твоей головы, а что до души, враг ее никогда не коснется. Ты в Божьих руках, это в памяти крепко держи, начнут ураганы реветь, ты вставай на колени, Господь не оставит тебя. Ты ж в молитве скажи: да будет имя Господне благословенно. Аминь.